Развитие нефтегазохимической отрасли может обеспечить ежегодный прирост ВВП Казахстана на 1,5%. Кроме того, сфера окажет высокий мультипликативный эффект на другие отрасли. В связи с чем Касым-Жомарт Токаев назвал развитие нефтегазохимии важным направлением модернизации экономики страны. Развитие нефтегазохимии может также заметно изменить специализацию страны в мировой экономике. Доля потребления углеводородного сырья нефтегазохимической сферы в мире составляет 34%. В Казахстане очень мало, не буду называть цифру. Об этом сегодня руководитель Самрук-Казна говорил. Реализация проектов по производству полипропилена и полиэтилена могла бы дать ежегодный прирост в валовом внутреннем продукте в среднем 1,5%. Вот где значительный потенциал роста экономики. Благодаря реализации только этих двух якорных проектов Казахстан может стать самым крупным производителем полимеров среди стран ближнего зарубежья. Глава государства также выделил газовую отрасль в качестве еще одного приоритета и отметил хорошие результаты в развитии газопроводной системы. При этом он акцентировал внимание на необходимости обеспечения доступности газа. Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев затронул вопросы геологоразведки в Казахстане. По его словам, следует качественно восполнять запасы минерального сырья с помощью усиления геологоразведочных работ. Президент поручил правительству разработать до 1 марта 2020 года программу геологической разведки с учетом долгосрочного прогноза на минерально-сырьевые ресурсы в мире.